В связи с проведением второго тестового матча на стадионе Нижний Новгород 28 апреля сегодня начинают перемещать припаркованные автомобили. Автовладельцам убедительная просьба не оставлять свои машины вдоль указанных на схеме пешеходных маршрутов. По вопросам перемещения необходимо обращаться по телефону, который вы видите на экране. Напомним, если ваш дом или место работы находится на прилегающей территории к стадиону Нижний Новгород, необходимо получить транспортный пропуск. Подробная информация о его оформлении размещена на сайте nizhny2018.ru.